Ребята, всем привет! Мне кажется, это долгожданный влог. Я только что приехала в Киев. Мы пришли в компотик. И я буду на Вислово. Ребята, мне сейчас принесли, смотрите, какую красоту. Яичницу с бекончиком. У мамы манти с мяском. Нет. А у Машки с сырнички. Уже взяли мне какао. И сейчас идем в студию Decide, где у нас, собственно, и будет репетиция с Надей и Лешей. Я вас люблю, мои друзья. Монатик! Надя и Леша. Видите, как я свечусь синеньким вообще. И я. Зал такой просторный и классный. Привет, Майки Сяо. Привет, мы сейчас сидим. Нас разбили по командам. Ребята, нам дали час перерыва, потому что у нас потом будет очень долгая примерка костюмов, поэтому мы сейчас идем опять покушать, да? И я теперь не одна, я с Кариной. И мы, наверное, сейчас пойдем в Макдак. На Вислово, на Вислово, на Вислово, давай пойдем на Вислово. За Вислово, на Вислово, пусть смотрят все за Вислово. Время и стекло, дыма, время и стекло. Ребята, мы уже на примерке, и смотрите, какой у меня классный образ. Джинсовка и платье с пайетками. Ребята, нас уже освободили и сказали, что мы уже свободны. Мы решили пешком рискнуть пойти в катапульту на занятия. Смотрите, какие красуни. А вот и я. Мы уже освободились. И сейчас идем на метро Театральное, чтобы встретиться. Угадайте, с кем? Угадайте, угадайте. С Егором! Нас уже пропустили в сам зал. Нам дали вот такие вот сканеры, типа. Нас уже запустили в кабинку. Посмотрите, сзади куча еще. Мы хотим сейчас посмотреть сцену, поэтому мы так тихонько прокрадываемся. Ребята, мы сейчас находимся на сцене. Она очень большая. И самое классное, что просто она на 10 тысяч человек. Вот это наши костюмы. Ребята, мы сейчас пойдем на сцену, мы готовимся, и чуть-чуть страшно, чуть-чуть страшно. Но все хорошо будет. Сейчас очень тяжело ходить в них просто. У меня ноги отваливаются. Я эти сапоги набила ватой, а еще мы купили самые толстые стельки, потому что это 36 размер, а у меня 34. А можно мне тоже? Я такая рада. На Вислово, давай пойдем на Вислово.
Ребята, я только что себе приобрела классную футболочку, а сейчас я на прическе. А еще у меня теперь есть классный браслетик Висла. Бибос или бидеб. Хотим сейчас на сцену пригласить самых талантливых детей голоса «Дети». Эти аплодисменты только вам.